Доброе утро. Вы смотрите программу «Наталья Абулы». Я желаю вам прекрасного дня и постараюсь, чтобы за время нашего эфира вы получили интересную и полезную информацию. Ухо, горло, нос – очень важные органы. Они помогают нам ощущать окружающий мир. А лор-заболевания нуждаются в особых мерах контроля, чтобы не стать хроническими. Название «Сурдовест» расшифровывается как «Центр сурдологии и вестибулярной реабилитации». Что это означает на практике? А то, что в этом центре сертифицированный врач-отоларинголог Айверс Плепис избавит вас от различных лор-заболеваний – насморка, отита, ринита, тонзиллита. Чтобы поставить точный диагноз, доктор использует самые современные методики, в том числе эндоскопию. Эндоскопический метод позволяет видеть то, что невозможно обнаружить невооруженным глазом, и выявляет болезни уха, горла, носа на начальной стадии. В своей практике доктор применяет как традиционные, так и холистические альтернативные методы лечения. Доктор Плепис – член Латвийской ассоциации холистической медицины и натуропатии. Один из самых эффективных методов лечения – иглотерапия или акупунктура, в том числе с использованием лазера. Специальные иглы через особые точки на теле воздействуют на организм, снимая боли и оказывая лечебный эффект. При помощи акупунктуры можно регулировать обмен веществ, лечить ожирение или целлюлит. Айверс Плепис имеет также сертификат врача физикальной и реабилитационной медицины. В его центре проводится комплексная реабилитация детей и взрослых с аллергическим насморком, полипами носа, астмой, а также диагностика и лечение заболеваний слухового и вестибулярного аппарата. Эксперты по эргономике рабочего места создают не только офисный стиль, но и деловой комфорт для сотрудников офиса. И это положительно сказывается на результатах их работы. Эффективная работа компании напрямую зависит от того, насколько комфортно ее сотрудники чувствуют себя на рабочем месте. А в современной жизни преобладает сидячий образ работы. Нередко офисные сотрудники сидят неудобным образом, без контакта со спинкой кресла, с подогнутыми ногами или без возможности удобно поставить ноги на пол. В результате со временем у них появляется ощущение дискомфорта. Впоследствии оно может перерасти в серьезное заболевание. Выработку мероприятий, способствующих поддержанию работоспособности и здоровья сотрудников, включает в себя новая научная дисциплина. Эргономика – это знание о человеке, отношении к работе. Saukt arī par komforta zinātni. Un par cik katru gadu Latvijā palielinās arodu saslimšanu skaits, tad mēs izstrādājam individuāls risinājums ikvienam, un mēs pielāgojam darbu cilvēkam, nevis cilvēku darbam. Эргоаудит всей компании или отдельно взятого рабочего места призван выявить существующие эргономические риски. По результатам эргоаудита клиент получает сводку, в которой раскрываются основные недостатки рабочего места с точки зрения эргономики, и предлагается план действий по улучшению условий труда. Витамины, антиоксиданты и пищевые добавки помогают нам продлить и сохранить молодость, красоту и здоровье. При современном ритме жизни наш организм не всегда справляется со всеми вредными факторами в одиночку. В таких случаях стоит прибегнуть к небольшой помощи. За последние 2 года специалистами компании Ionex разработана целая серия пищевых добавок и медицинских препаратов. Из 56 наименований бренда Ionex приверженцы активного образа жизни смогут найти все, что необходимо для поддержания здоровья и работоспособности. А девиз компании «Проверенное качество» гарантирует соответствие продукции самым высоким стандартам, применяемых в ЕС. Мы специально создаем формулы, которые отличаются от конкурентов. Значит, сочетание действующих веществ стараемся сделать оптимальным. Производим по заказу в разных европейских странах – Великобритании, в Испании, Чехии, в Литве, также в Латвии. Продукты Ionex используются как для лечения, так и для профилактики различных заболеваний. В розничных аптечных сетях продаются комплексы витаминов и минералов для детей и взрослых, натуральные средства для укрепления иммунитета и защиты печени, специальные витамины для беременных и молодых мамочек, травяные чаи и сопутствующие медицинские товары. Продукция под маркой Ionex доступна в лучших аптеках Латвии. Потребность детей в вечном движении также важна для их развития, как питание и сон. Лучший способ направить эту активность – спортивные занятия. Гимнастический олимпийский центр набирает детей в секции по возрастам. В возрасте с 2 до 4 лет энергия ребенка бьет через край. Все новое интересно, все хочется попробовать, всюду залезть. 5, 7 и 8-10 лет – это самый подходящий возраст –
для самостоятельных спортивных занятий. Подарите своему ребенку радость движения. Совет присяжных адвокатов Латвии проводит бесплатные юридические консультации для населения. Подробнее об этом в нашем сюжете. Наша жизнь многогранна и непредсказуема. И каждый из нас может оказаться в сложной ситуации, требующей профессиональной юридической помощи. И у частного лица, и у бизнес-компаний порой возникают различные проблемы. Это и бракоразводный процесс, и вступление в права наследования, или выплата кредитных обязательств, правильное составление претензий, исков и многое другое. Во всех этих ситуациях следует обратиться к профессионалам. Адвокаты помогут вам и словом, и делом. Есть большая разница между работой адвоката и работой юриста. Не каждый понимает эту разницу, что такое адвокат, да, и что не каждый юрист является адвокатом. Ну, первое, да, это то, что адвокат – это то лицо, которое сдало экзамен, да, для поступления в адвокатуру и является членом коллегии присяжных адвокатов. Адвокат имеет дисциплинарную ответственность. Юрист за свою работу не несет никакую ответственность, и человек не может пожаловаться никуда. Мне оказали некачественную юридическую помощь. Ну, в принципе, если оказана такая некачественная юридическая помощь, он идет к адвокату, и уже адвокат смотрит на эту беду и думает, как помочь человеку, да, именно профессионально решить данный вопрос. Не стоит бояться нерешенных проблем. Уверенно сделать первый шаг поможет грамотный юридический совет и практическая помощь адвоката. Его уверенность и целеустремленность помогут справиться с тем, что вам самому оказалось не под силу, и уже в скором будущем вы сможете жить и спать спокойно. Тем более профессиональная помощь правозащитников в дни адвокатуры будет доступна всем совершенно бесплатно. Консультации будут проходить с 11 по 15 марта. Список адвокатов, которые предлагают юридические бесплатные консультации, можно найти на домашней странице адвокатура ЛВ, а также обращаясь лично по адресу Бривиба 34, где находится адвокатура, латвийская адвокатура, и запросив список адвокатов. Список адвокатов можно запросить также на по электронной почте advokaty2013@inbox.lv. Если вас мучает нерешенная проблема и требуется юридическая консультация, свяжитесь с любым адвокатом из этого списка и запишитесь к нему на прием. Если материалы и документы по делу вы вышлете заранее, то бесплатная консультация пройдет продуктивней. Сохранность документов и ваша анонимность гарантируются. На Кипсале завершилась традиционная осенняя выставка «Baltic Furniture 2013». Разнообразные предложения, и не только мебельные, оценили наши корреспонденты. Секрет долгой службы сборной мебели кроется не только в технологии изготовления. Важную роль играют комплектующие и раздвижные системы, заложенные в их основу. Из широкого ассортимента комплектующих и фурнитуры, представленных на рынке, важно выбрать самые лучшие предложения. За более чем 10-летний опыт сотрудничества с ведущими зарубежными фирмами латвийская компания Limits D сумела выбрать те, что продемонстрировали высокий уровень производства и качество продукции. Сегодня, помимо готовой сборной мебели, компания предлагает широкий ассортимент мебельных плит, фурнитуры и пластиковых панелей. Есть и уникальные предложения, такие как МДФ-плиты с суперглянцевой поверхностью. Кроме эстетического эффекта, такие поверхности идеально ровные и устойчивы к царапинам, что немаловажно при пользовании мебелью. И еще один существенный момент. В компании Limits D вам однозначно предложат лучшую цену. Наше конкурентное преимущество заключается в том, что мы работаем напрямую с производителями. И за счет этого мы выигрываем в цене, и на наш латвийский рынок у нас поступает продукция по более дешевой цене. С полным ассортиментом продукции и услуг можно ознакомиться на домашней страничке компании limitsd.lv, где вы найдете и номер телефона, чтобы сделать свой заказ. Надежная крыша над головой, большой выбор вариантов дизайна и гибкий спектр цен – это предложение фирмы Тоде. «Нет крыши – нет дома», – говорили наши предки. Сегодня крыша –
не только защита от внешних природных воздействий, но и полноправный архитектурный элемент здания. Вот уже 14 лет на латвийском рынке работает компания «Тоде», предлагая клиентам лучшие решения в выборе кровельного покрытия. Наше предприятие предлагает водосточные системы, кровельные и стеновые покрытия и разные другие нестандартные изделия из жести. Компания «Тоде» предлагает продукцию высокого качества по хорошим ценам, а при выполнении заказа учитывает все пожелания клиента. Поэтому здесь вы найдете наиболее выгодное предложение для приобретения кровельного покрытия. Компания также гарантирует широкий выбор, быстрые сроки выполнения заказа и долговечность кровли. Гарантия на все материалы от 10 лет. Оформить заказ можно электронным образом в офисе компании или в представительствах компании в 8 крупных городах Латвии. Более подробная информация по телефону 8-300-4636 или на домашней странице фирмы tode.lv. При грозе возникает разряд молнии, несущий в себе огромный заряд электричества. Для защиты дома и собственной безопасности установите громоотвод. Более 10 лет, с 2001 года, компания Capitalis Engineer Systems специализируется на проведении электромонтажных работ. Накопленный опыт позволяет выполнять проектные задания качественно, профессионально и в установленные сроки. Квалификация специалистов компании подтверждена сертификатами на выполнение электромонтажных работ любой сложности. О высоком качестве работы свидетельствуют победы в многочисленных конкурсах на объектах, требующих повышенной безопасности, в школах, детских садах, учреждениях культуры. Особенно плодотворное сотрудничество у компании сложилось с самоуправлением Кековской волости. Здесь Capitalis Engineer Systems сдала под ключ ряд проектов, в том числе в Кековской начальной школе, детском саду в Баложи. Помимо реализации проектов по электромонтажу, компания осуществляет установку громоотводов, предлагая эту услугу и владельцам частных домов. Ar paaugstinātu drošības pakāpi. Tas varētu būt nozīmīgi privātmāju īpašniekiem apdrošināšanas saņemšanai. Nu, virknē ar zibens aizsardzības izbūvi varam piedāvāt pārspriegumu aizsardzību, kas papildus aizsargā elektroiekārtas. В такой защите нуждается любое здание, будь то жилая многоэтажка, производственные сооружения или небольшой частный дом. При поломке автомобиля важно не просто обратиться в автосервис. Необходимо доверить свой автомобиль лучшим специалистам с большим опытом работы. Автосервис «Виса» входит в известную группу предприятий «Виса Групп». Компания имеет 20-летний опыт работы на рынке и пользуется авторитетом как в Латвии, так и за рубежом. На рынке именно автосервиса мы с 1994 года. Здесь вот мы находимся с 2000 года. И сервис существовал, вначале был маленький, в общем-то, там, где вот покрасочная камера, это был наш сервис. Сейчас это большой уже, в общем-то, комплекс. Автосервис «Виса» расположен в Риге на улице Гаужас 5. Этот сервис предлагает услуги диагностики, техническое обслуживание и все виды авторемонтных работ. Они включают в себя ремонт ходовой части, двигателя, электрооборудование, кузовные работы, шиноремонт, а также покрасочные работы. Именно это направление, покраску автомобилей, сервис наиболее активно развивает в данный момент, не жалея инвестиций для обеспечения самого высокого уровня предлагаемых услуг. Недавно база автопокрасочных работ была полностью обновлена. Сегодня автосервис имеет новую покрасочную камеру, оборудование, а также самые качественные материалы. Кроме богатой покрасочной базы, в автосервисе «Виса» имеется и впечатляющая ремонтная база. Просторные помещения, подъемники, система проверки тормозов, компьютеризированная диагностика двигателя и прочее оборудование. Все по последнему слову техники. Но главное, чем гордится автосервис «Виса», это, конечно же, высококвалифицированный персонал. Мастера автосервиса имеют профессиональное образование и богатый опыт работы. А кроме того, постоянно проходят практическое обучение для повышения своей квалификации. Автосервис «Виса» сотрудничает со всеми страховыми компаниями и крупнейшими поставщиками запчастей. А также имеет собственный автоэвакуатор, услуги которого для клиентов сервиса предоставляются бесплатно. Доверьте свой автомобиль настоящим профессионалам. В
Валмера в переводе с латышского означает «место, где царит спокойствие». В этот город на съемочную сессию отправилась наша творческая группа. Когда температура воздуха достигла отметки плюс 5 градусов и ниже, наступает момент переобувать автомобиль. Своевременная замена летней резины на зимнюю обеспечивает безопасное передвижение машины. В районе Валмеры в сервисном центре компании АК-12 высокопрофессиональный персонал выполнит полный комплекс услуг по монтажу, балансировке и ремонту автопокрышек. Современное оборудование позволяет провести точнейшую балансировку колес с дисками большого диаметра. Чтобы в автомобиле вы чувствовали себя уверенно на покрытой снегом дороге, необходимо тщательно контролировать состояние шин и при износе вовремя менять их на новые. В нашем магазине мы предлагаем новые шины от разных производителей, таких как Michelin и других лучших компаний, а также доступны шины эконом-класса. Особое предложение АК-12 адресовано владельцам автопредприятий и парков автомобилей. Полностью оборудованный передвижной сервис позволяет выехать на место и выполнить шиномонтаж на вашей территории. Если ваш автопарк находится в Риге, это тоже не проблема. По телефону 29 49 65 63 можно записаться на любое удобное для вас время. Металлическая ограда в едином стиле для территории участка и балкона станут не только надежной защитой дома, но и его украшением. Компания LATMED уже более 10 лет предлагает клиентам полный пакет услуг, который включает в себя проектирование, изготовление и установку металлических изделий. Высокие технологии и современное оборудование позволяют реализовать дизайнерские проекты любой сложности, создавая кованые ворота, перила, дверные ручки и петли высочайшего качества. Металлические изделия компании LATMED всегда индивидуальны и неповторимы. По вашему желанию, компания изготовит изделия от самого простого дизайна до художественно оформленного. К выбору варианта художественной ковки стоит подходить с особым вниманием, ведь это внесет в облик вашего дома эффектные индивидуальные штрихи. У клиентов есть возможность сделать свой выбор из нашего каталога изделий с фотографиями готовых проектов. Если клиенту понравится предложенный дизайн, мы составляем смету и приступаем к изготовлению. В случае, если клиент предпочитает разработать индивидуальный дизайн, тогда можно заказать эскиз у нашего проектировщика. Установив автоматические ворота, вы сможете в непогоду позволить себе легкий и удобный въезд на территорию. Компания LATMED установит современную и надежную электронику с учетом особенностей вашего участка и месторасположения ворот. Деятельность компании LATMED не ограничена изготовлением ограждений. Вы можете заказать предметы интерьера, стеллажи, полки и многое другое. Деятельность LATMED можно разделить на несколько секторов. Первый и основной сектор – это металлообработка. Второй сектор – продажа, установка и обслуживание гаражных ворот. Мы являемся представителями литовского завода «Ритерна», который отличается большим ассортиментом, широким выбором дизайна и качеством на высоком уровне. С полным перечнем предложений можно ознакомиться на сайте компании и тут же сделать заказ по указанному телефону. Многим приходилось расставаться с близкими навсегда. Единственное, что можно сделать в этот момент – достойно проводить ближнего в последний путь. Как правило, утрата близкого застает его родных врасплох. Стрессовое состояние усугубляется необходимостью организовать похороны усопшего. В нынешних экономических условиях затраты на церемонию последнего прощания у многих вызывают финансовые сложности. Встает целый ряд вопросов. В какое похоронное бюро обратиться? Где можно купить гроб? Какие ритуальные принадлежности необходимо приобрести? Компания Orx имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере ритуальных услуг в Валмере. Сегодня фирма Orx готова предложить своим клиентам все виды погребальных услуг и, кроме того, дать практические советы, как уменьшить расходы на похороны. Сколько стоит погребальная церемония? На этот вопрос невозможно ответить однозначно, ведь конечная цена на похороны складывается из целого ряда позиций. Это приобретение гроба, покрывала, креста, услуги по транспортировке, отпеванию, копание могилы и многие другие. Перечень может доходить до 20 наименований, но по каждому из них можно найти альтернативное решение в зависимости от пожеланий и финансовых возможностей клиента. В компании Orx отмечают, что родственники усопшего в первую очередь обращают внимание на цену гроба, которая может варьировать от 50 до нескольких сотен латов.
Но следует иметь в виду, что похоронное бюро не только продает гробы. Низкую цену на гроб агентство нередко компенсирует завышенными ценами на остальные услуги. И первый совет от компании Orx: если вы нашли гроб по цене ниже 50 латов, купите его, а остальные услуги закажите у другой компании. По латвийским традициям, последнее пристанище покойного гроб должен быть изготовлен из дерева. Но качественный деревянный гроб не может стоить дешево. Если все же вы нашли такой, стоит обратить внимание на детали. Фирма Orx раскрывает несколько секретов, как проверить, что гроб действительно деревянный. Обратите внимание на нижнюю доску и внутреннюю часть крышки. Эти части не обработаны и позволяют убедиться, что это дерево, а не фанера. И последний совет. Не верьте в скидки на ритуальные услуги. Цена в каждом случае индивидуальна. Если вам предлагают конечную сумму со скидкой, сравните ее с ценами других компаний. На деле стоимость услуг без скидки может оказаться ниже той, что вам предложили по акции. За время своей деятельности фирма Orx помогла уже нескольким тысячам валмерских семей достойно проститься с близкими. Сейчас офис компании находится на улице Ригас, 37. Создать собственными руками оригинальные украшения для матери, сестры или подруги помогут в магазине Dabbers L. Каждая женщина обладает индивидуальностью, которую стоит подчеркнуть оригинальными украшениями. Авторские изделия – это один из способов самовыражения, яркий штрих к вашему неповторимому стилю. Сделать бижутерию своими руками не так уж и сложно. Для простых украшений вам потребуются несложные навыки, которые вы можете приобрести на курсах у мастеров компании Dabbers L. Это магазин-база для всех, кто увлекается или профессионально занимается созданием украшений. Здесь вы можете купить полимерную глину, а также качественные инструменты и фурнитуру на любой вкус из разных материалов и всевозможных цветов для создания неповторимой бижутерии. С расширением площади магазина его ассортимент пополнился нитками для вязания любых цветов, толщины и фактуры, разноцветными лентами разной ширины. А еще здесь очень большой выбор японского бисера и разноцветных шариков фима. Зайдя в магазин, трудно уйти из него с пустыми руками. Для ценителей благородных камней материалом для создания неповторимого украшения могут стать натуральные полудрагоценные камни или речной жемчуг. Рукодельниц привлекает и неповторимый блеск камушков и бусинок Сваровски. Профессиональные мастерицы в магазине готовы помочь не только советом, но и участием в создании изделия. Не стоит расстраиваться, если ваше любимое украшение сломалось. Рукодельницы на месте заменят замочек, добавят недостающую деталь или преобразят изделие новыми решениями. В качестве дополнения вашего украшения подойдут различные подвески, кулоны, а яркие броши придадут экстравагантности самому скромному образу. В качестве подарка подойдут колье различного дизайна, браслеты, оригинальные часики, кольца, изделия из Сваровски, а также шарфы. Покупку вы получите в подарочной коробочке или ярком пакетике. С полным перечнем товаров можно ознакомиться в интернет-магазине компании www.perlotava.lv. Наш Рижский музей солнца – единственный в мире, где каждый может создать свое собственное солнышко. На протяжении всей истории человечества наше светило было объектом поклонения людей. В музее солнца можно проследить, как одна и та же вечная тема отражается в различных мировых культурах. В основе экспозиции лежит частная коллекция. Более 400 декоративных солнышек и множество предметов, связанных с солнцем, автор музея собирала более 12 лет. Эти экспонаты привезены из разных уголков мира. Уникальная экспозиция вдохновила посетивших музей латвийских художников создать собственные арт-объекты. Сюда на экскурсию приходят поодиночке
выставочки небольшими группами и целыми классами. Музейные гиды рассказывают о Солнце как основе нашей Солнечной системы и неиссякаемом источнике энергии. Экспозиция музея дает возможность ознакомиться с общеобразовательной информацией о Солнце с точки зрения астрономии, истории, физики, биологии. Здесь представлен познавательный материал о культуре разных народов мира, для которых Солнце являлось особенно значимым. В конце экскурсии каждому посетителю дается возможность самовыразиться и за чашкой ароматного травяного чая создать свое собственное солнышко. Оно станет очагом тепла в вашем доме. В музее проводятся вечеринки для взрослых и детей, а для новобрачных разработана специальная программа. Приходите в музей, чтобы найти свое солнце. Солярий и вакуумные тренажеры помогут вам всегда быть в идеальной форме. Вакуумный тренажер – это отличная возможность скорректировать объемы фигуры там, где это необходимо, причем в максимально короткие сроки. В отличие от активного фитнеса, при использовании тренажера тело отдыхает. Вам не нужно качать пресс, отжиматься, поднимать тяжести, прокачивая ту или иную группу мышц. Это значит, что после тяжелого трудового дня вы можете отдыхать от активных упражнений и одновременно стройнеть. В салонах Oxy Club вам предложат на выбор 5 различных тренажеров. При занятиях на вакуумном тренажере Body Space вы в самое короткое время сможете уменьшить объем живота и ягодиц, а также избавиться от целлюлита. Мы рекомендуем пройти полный курс, это 20 занятий, чтобы вы смогли и увидеть, и ощутить результат. Это уменьшение целлюлита, даже самые последние степени, это 4 и 5, и снижение лишнего веса до 10-12 килограмм за эти 20 занятий. При вакуумной терапии происходит локальное воздействие разреженным воздухом на тело человека. Занятия на тренажере под воздействием вакуума усиливают микроциркуляцию крови и лимфы в глубоких слоях кожи. Это способствует улучшению обмена веществ, расщеплению жиров, ускорению процесса обновления клеток. Кожа начинает активнее вырабатывать коллаген, она заметно выравнивается и подтягивается. Вакуум плюс физическая нагрузка благотворно воздействует на сердечно-сосудистую систему, стабилизирует различные функции организма и способствует выведению токсинов. При этом нет необходимости в усиленных тренировках. Нагрузка должна быть умеренной, не превышая частоты пульса в 120 ударов в минуту, при продолжительности занятий 30 минут. Таким образом, чтобы сбросить лишние килограммы, достаточно записаться на курс занятий и радоваться полученным результатам. Занятия на вакуумном тренажере благотворны для людей с активным образом жизни, не имеющим патологий. О всех противопоказаниях вас предупредят в салонах Oxy Club. Добро пожаловать во все наши салоны вакуумных тренажеров и соляриев. В Риге есть такой салон красоты, в котором можно омолодиться в пивной ванне. Эта мода пришла к нам из Чехии. Так же, как для немцев и чехов, пиво для латышей – национальный напиток. И вы ошибаетесь, если думаете, что единственный способ его употребления – принятие внутрь. Что скажете о пивной СПА-процедуре? У нас есть замечательная возможность предлагать вам эксклюзивную процедуру. И уникальная она в том, что используются только натуральные средства. Хмель и сок ячменя содержат вещества, стимулирующие деятельность сердечно-сосудистой системы и обмен веществ. Они укрепляют нервную и иммунную систему и способствуют хорошему сну. А на первом месте по эффективности пивная дробина, гуще остающаяся после варки ячменя. Она содержит незаменимые аминокислоты, витамины и другие необходимые для вашего здоровья и хорошего самочувствия вещества. Оздоровительные процессы в ванне подогреваются и происходят быстрее и с большим эффектом. После пивной ванны, когда поры открыты и кожа стала более эластичной, пришло время для косметических процедур. Пилинга тела пивной дробиной, тонизирующего парения вениками из лекарственных растений и общего пивного массажа тела. Так вы сохраните молодость кожи и предотвратите появление морщин. Приятное ощущение проведенного в бир-спа времени завершит бокал янтарного напитка. На все процедуры предварительная запись по телефону или на домашней страничке birspa.lv. Потребность детей в вечном движении также важна для их развития, как питание и сон. Лучший способ направить эту активность – спортивные занятия. Гимнастический олимпийский центр набирает детей в секции по возрастам. В возрасте с 2 до 4 лет энергия ребенка бьет через край. Все новое интересно, все хочется попробовать, всюду залезть. 5, 7 и 8, 10 лет – это самый подходящий возраст для самостоятельных спортивных занятий. Подарите своему ребенку радость движения.
позитивной установки на неделю мы ждем от нашего планетолога Александра Соколова. Доброе утро. Ну, во-первых, я должен сказать, что нынешняя неделя, наверное, будет одной из самых напряженных в течение всего октября, а вместе с тем и всего 2013 года. Поэтому все, что я скажу, должно выглядеть позитивно. То есть напряженный аспект Солнца с Юпитером побуждает нас, будучи неудовлетворенными результатами нашей работы, искать более успешных решений. Напряженный аспект Венеры и Нептуна, который обязательно побудит нас найти что-то, что нас не устраивает в наших отношениях, людям информированным поможет увидеть себя со стороны и все-таки найти какие-то компромиссные подходы. Но самое главное, что гармоничный аспект, вернее, гармонично аспектированное соединение Меркурия и Сатурна на этой неделе, во-первых, обратит внимание всех родителей на своих детей, которые будут, в общем-то, все время рядом, и, конечно, какие-то мероприятия, какие-то подарки для детей. Вообще, сосредоточить все внимание на детях – это тема недели. Но есть и еще одна возможность. Сатурн, помимо прочего, символизирует стариков. А значит, мудрость, ту надежность, ту опору, которую мы можем увидеть в наших старших, те мудрые советы, которые можем от них получить, и даже те жизненные принципы, которые они нам передают и которые мы можем использовать в своей жизни. Так что, если мы учтем все вышесказанное, то у нас все получится, и негатив будет скромно стоять в стороне. Удачи! По сравнению с прошлой неделей, предстоящие 7 дней обещают быть более теплыми, а выходные еще и солнечными. Среднесуточная температура будет выше 10 градусов. Днем от 12 до 17 тепла, ночью плюс 7, плюс 13 градусов. В первой половине периода, возможно, небольшие дожди. Будем верить в хорошие прогнозы, в том числе метеорологические. Встретимся через неделю.